Всем привет! Вот, в принципе, мы собрали нашу сок на основе процессора RISC-V. Сейчас попробуем все это дело запрограммировать. Так, запускаем программатор и смотрим, что у нас получилось. Так, вот видите, что наша сок стартовала и UART вывела консоль свою. В принципе, тут даже установлена программа MemTest. Можно попробовать потестировать память. Так, с адресом 0x40000000 и размером 16777216. 16 гигабайт памяти у нас. Вот, как видно, память протестировалась успешно. В принципе, наш сок работает. Всем спасибо за внимание.